Вечер, Христос воскресе, раб Божий Игорь. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. 28 мая в этом году на Болотной площади собираются у нас секс-меньшинства. Я знаю, что многие православные собираются с протестом выйти на Болотную площадь. Скажите, вы будете участвовать в этом мероприятии или нет? Вы имеете в виду, чтобы я участвовал в гей-параде? В протесте, Васька. А в протесте я и так протестую. Поэтому это у нас для этого есть совершенно другие методы. Конечно, меня, как жителя Москвы, нашей столицы, освященной благодатью Божией, возмущает это содомское действо. Вот. Но я думаю, что наши родные пограничники, потому что в этот день день пограничника, они достойно встретят этот парад. Вот, просто надеюсь на наши погранслужбы, на ветеранов вот этого замечательного нашего воинства в зеленых фуражках. Что появится более интересное занятие, чем купаться в фонтанах.